Нора Лепсверидзе была поистине народным избранником, отмечают сочинцы. Будучи депутатом, она занималась социальной политикой и была председателем комитета по этике. Ее сочинку в четвертом поколении лично знал каждый избиратель. Помимо хозяйственной и политической деятельности, почетный гражданин города Нора Ираклиевна известна в Сочи как благотворитель. Она оказывала спонсорскую помощь детским садам, школам, выплачивала из личного фонда премии лучшим ученикам. Трудно переоценить ее помощь многодетным, малообеспеченным семьям, сочинцам-инвалидам. В последний путь Нору Лепсверидзе сегодня провожали сотни горожан и, разумеется, коллеги. У нас сегодня в городе большое горе. Ушла из жизни замечательный человек. Человек, который поистине настоящий патриот своего города, своей страны. Ее избиратели очень любили, потому что она оказывала помощь, в том числе и за свои собственные деньги. Она направляла свои деньги на своих избирателей, на решение их нужд. Она вообще любила эту жизнь по-настоящему. И многие из них, из нас брали с нее пример. Она была замечательной поэткой. Многие помнят ее стихи, которые она часто посвящала или своим коллегам, либо какому-то местечку в городе Сочи. И пока мы ее будем помнить, пока она будет жива. Нору Ираклиевну знаю много лет, около 50 лет. Мы с ней параллельно шли по жизни. Всегда Нору отличалась четкость, обязательства. Вот. Она всегда, что если обещала, всегда выполняла и делала. И не случайно, даже в городском собрании, когда где возникают какие-то конфликты, именно ее избрали председателем комитета по этике. Она могла разрулить любую ситуацию. Большая потеря для города, что Нора ушла. Царство и небесное, и вечный покой. Я много лет проработал с ней вместе в городском собрании. Это активнейший человек, человек неравнодушный, много сделавшая для нашего города. То, что сюда идут люди таким большим потоком, говорят о ее заслугах, о ее уважении, о ее труде. Мне удостоилось в жизни встретиться в начале 60-х годов с этой молодой, юной, красивой девушкой, которая тогда возглавляла блок питания в гостинице «Москва». И вот, шагая по жизни, сегодня мы стоим вот здесь и со слезами я провожаю ее в последний путь человека, патриота, человека, который всю свою жизнь без остатка посвятил делу, этому городу любимому, людям. Старалась сделать все, чтобы люди разных национальностей нашего города жили в дружбе. Это утрата тяжелая и большая. Нора Лепсверидзе ушла на 82-м году жизни. Похоронили и почетного гражданина города Сочи на центральном кладбище в Завокзальном районе.